Давайте. Пиздит. Пиздит. Не занят. Задушился, блядь. Я умереть, блядь. Пишут, обмани меня. Обмани меня не играется через Дискорд вообще. Это байт на вебку Максима вообще-то. Какой нахуй байт? Там, блядь, даже с вебкой, блядь, даун руки не буду поднимать. Так, ладно. Go интернет, пишут. Ну, тогда другую игру запускаю сейчас. Да. Все равно там статистика ни о чем, потому что там американцы свои... Понятно. Виртуозно, блядь. Возвращи. Так, подождите в интернете. Ну, это шутки шутить. Максим готов? Нет. Нет? Там легко, Максим. Там отвечаешь на вопросы, придумываешь, нихуёсь. Ну там... Там вообще никто не голосует обычно. Требует вещь нет, личный таймер, да. Где ты нашел ножки в PST? Ты говорил, что их больше нет. Там за 100... Где этот ёбаный самурай? Баскет. В котором уже до ножка до ёбаный полтретьего уже. Как бы. Все, Максим, выйди. А. Я думала, ножек больше не существует. В смысле, блядь, ножек KFC не существует? А чё они будут продавать? Воду, блядь, воздух? Молоточки. Ушные. Вы зайдете? Готовимся ржомбать или бан. Код пацанам. Сейчас откроется код. Зайдут как? Я не буду. Не будешь? Нет. А, шутки шутки. Наигралась. Все, шутки шутки. Дизмораль, ебать, да. Все, 5 мест для зрителей аж. Сука, в 7 сдавать. Что сдавать? Я так понимаю, вставать. Наверное, вставать, да. Нихуя оперативно. Ну, они... Яков. Подожди. Найтер опять и Антон. Пошел нахуй, Кто, блядь? Кнайтер. А, ну, кстати, да, ты уступи, блядь, место людям. Это нейросеть, вот это вот, нейросеть, блядь, он с какого хуя так быстро заходит? Ладно, давайте тогда так. В следующий раз, кто сейчас сыграл, блядь, уступите место людям. Ого, полный зал. Надеюсь, мой компьютер выдержит нас. Да, заткнись, выдержит. Всегда можешь присоединиться как зритель. Если так сделают все, то, возможно, мы сломаем интернет. Я тоже. Можете мне доверять. Ты самый прикольный. Я же в интернете. Бест стример. У которого интернет не работает, блядь. Что поделать? А чё, блядь, какой там хуй МТС, блядь, где нормальный интернет у вас? Здравствуйте, меня зовут Тори. Так, пропускаем обучение. Так мы его огласили, и он, короче, это... Типа, не скоро, да, типа? Первым будет... Пут подписался, спасибо. Ты готов? Мы были получить задание. Неправильных ответов быть не может. Так что отвечайте искренне. Так, на русском надо писать, кстати, а тут русский работает. Угу. Бан Найтеру или бунт, блядь. Рву ёбла. Ну? Алло, ебать, соображайте. Я не могу ждать 40 секунд. Я таймер увеличил зачем-то, блядь. У меня, кстати, рутани-чат по пизде пошел, зато что слишком такое, блядь, пишут люди. Давай дочь назовем рутани. Рутани? Да. Рутани. Почему не стримлапс? Сын OBS Studio. Внуки Sony Vegas. Donation Alerts, блядь. Да, да. И собака Пикабу, блядь. На вашем устройстве появится ответ другого игрока. Постарайтесь сделать так, чтобы его слова звучали максимально... Локации, блядь, пожалуйста, все, блядь, локацию пишите, а не какую-то хуйню. Ой, это, блядь, стабильная ошибка, нахуй. Чё угодно напишут вместо, блядь, нужного.
Найтер получит бан, он, блядь, людей обзывает в чате. Там, блядь, не у всех темы разные, там одна тема, блядь. Чек-ины, блядь, вы чё пиздите? Жалеете о написанном? Уже поздно. Ну, неплохо. Нормально. Видите, блядь, где геолокация, блядь, у всех? Ну вот, блядь, опять. Переделал два дня подряд, Максим... А, блядь, не то посмотрел. Я дебил, блядь, сори. Ну вот пересадка голоса — это геолокация? Это не геолокация, нет. Да, это не голосуем, блядь. Не голосуем. Ордынск. Вонючая с пола поле. Что? Что? Нормально. Крышня полшкола. Ебуречная. Я буду запопить возьму. Неправда, неправда. Оступали, типа, блядь. У меня жопа торчит наружу. Канал, да. О, состояние покоя, канал, да. Там нигде видос. Кто выглядит наиболее нелепо? Блядь. Голосуйте. Прикол работает, пишут, блядь. Надо угадать, где ответил Максим. Опять, да? Ты не знаешь? Нет. Ну там он точно сам себе не мог написать. Я, честно говоря, первый раз вообще принцип не понял. Принцип, ну, типа, ладно, ты, люди все отвечают на вопрос. Сейчас. Ой. Сейчас дрилы порвут голосами очко Максима, да? Вот так, ну-ка. Так, а где он шутил? А хуй знает, что думает обо всём. Ну, Вумиди Клаб, надеюсь? Не, Вумиди Клаб — это моё. А, ну пизда тогда. Вот кто вас уделал. А где он? Он улетел только что посередине, который был. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Иди сюда. Что там был за ответ? Кто был за ответ? Уделал ответ. Хуёвый. Хуёвый ответ. Вернись. Лучший тролль, Аксель. Вас мне больше всего гордится. Он отключился, бля. Он умер. Не, ну он упал. Блядь. Ничего страшного. Нет, Саша, ну вот сейчас нормально. А теперь игру продолжит... Ты вначале отвечаешь на вопрос, который поставлю, а потом... Да, понял. Какая у тебя... Чё там веб-форум, блядь? Вы тут получили, чё, блядь, еще одно задание. Отвечайте максимально откровенно. Судить вас никто не станет. Какая-то хуйня. Ой. Сильно не тот, кто падал, а тот, кто падал, не падал и вставал. Блин, ты сам, конечно, ошибся, но ладно. А может, нет? Ну, в смысле, сильно не тот, кто не падал, а тот, кто не падал и вставал, блядь. Что? Типа, мне кажется, там ошибка, блядь. Это не ошибка, это то, что Максим не падал, но при этом все равно встал. Вот. Think about. У меня. У тебя? Да. Встал? Встал. Да. С этим вам предстоит работать. Начинайте. Там, блядь, кто-то саботирует. Какая-то сука ебаная. Ну что, где, блядь? Мне сказали, напишите смешно на этот вопрос. Сосите член. Смешно. Это будет смешным ответом на этот вопрос. Ты вопрос, блядь, придумай. А, сука, я тупой. Ты уже ответил, блядь? Нет. Ну, придумай вопрос. Ответом будет сидеть член. Да, я понял. И ты ответил, ты сказал, блядь.
Не-не, ничего еще не ответил. Голосуем. Все хуй так будут знать тебе. Я говорю, что это хуй воняет. Да, да, есть такая хуйня. Сосед сверху. Что? Сосед сверху говорит, что у тебя хуй воняет. Там чердак. Блять, ну задумайся. Ну все, мы теперь знаем, что живешь на последнем этаже. А если бы в этом доме были этажи? Дианон, да. Дом без этажей, есть чердак. Если бы это был дом, говоря. У меня у одного пульс участился. Иди нахуй, пульс. Так. И чё, блядь? Ну вот, вопрос придумал человек, а я нижний отвечал. Я что? Я ничего не делал. Пиздец, блядь, что? Все, чат взорвался, пошел да? Смех. Ржок, а? Максим, ты понимаешь, что было это с Заки Снайдером? Да ладно. Да. Тухло, пиздец. Очень тухло, блядь, играем. Найтера в бан пишут. Может, в Роблокс? Блядь, у меня спина заболела, блядь. Каша этого. Поднимем Максима в топ, как бы. Роблокс пишет. Го Роблокс. Это настолько смешно, что уже даже не смешно пишет. Все проголосовали? Ты не проголосовал. За пределами постерони, блядь. Go Pass of Exile. Какой нахуй Pass of Exile? О, это хорошая игра. Несчастный. Пидорасы. Смотри, ты выиграл. А, я выиграл? Красавчики. Красавчики. Надеюсь, что твои родители не смотрят. Подожди, что, блядь? А, нет! Где пидорас? Не туда, блядь, проголосовали! Вы дебил! Они видят ними, да где бег туда и голосуют. Я человек простой, да? Да, вижу, да где бег голосуют, блядь. А дальше у нас будет... сайт новостей. Новости. А этот Roblox, блядь, в браузере играется в ёбаном же, да? Да, да. Вам пришло еще одно задание. Пожалуйста, отвечайте. Хуй баллистика. Ну, не, ну, бля, я в Pilots of Exile очень хочу поиграть. Я еще хочу в Roblox, хочу в бабку Гренни. И Kinder Delay, сука! Что? Пошли в пой, говорят. А ты мне на хардкоре дашь эту самую, блядь? Аккаунт, блядь. Не-не, на хардкоре где-нибудь шмотки кинешь, а то я новичок, у меня ничего нет. Там бегаешь, что ли, блядь, чё с тобой? Меня клинит, блядь. Хуя Макса пидорасит, пишет, ёбнулся, блядь. Чё ты
жопой трясешь. Песи с ума сошел. Он глицингов, наверное. Потому что у меня ничего, кроме жопы, не осталось. Витаминку ебал. Такой с сочной жопой. Ты уже этот Old Spice рекламу, что ли, блядь, приобрел? Что? Да, они мне уже выслали первый донат в Spice. Первый Old Spice, блядь. Первый Old Spice постигаю рекламу. Самое время вашим талантам раскрыться. Под новостью. Что, блядь, за хуйню? Кто это написал? Я самый позитивный человечек в мире. Биша, муда. Какого выхода? Не понял, блядь. Творчество душевно несмешных там пишет. Творчество душевно больных же, блядь, а не тот исполнитель. Это, кстати, хороший хэштег, мне очень нравится. Там контент лучше просто под ним. И на ютубе посмотрел, там, блядь, какие-то эти, как их, кто-то скетчи, блядь. И показывал, да. Да-да-да, скетчи, всякая давайте хуйня, там, блядь, хороший, блядь, хэштег. А, так, и... Пойдет, блядь. Кто самый главный разумист оказался этот Кнухтер, блядь. Да он, блядь, читерил. Да. Оо, это банк. Оо. Ебать. Всё. Лучший тролль, блядь, кажется, пойдет реально в ад нахуй. Сука, блядь. Хейтеры, сука. Ну тут, блядь, концептуально, скажем так. Ну вот это пойдет. Блядь, сейчас любая хуёвая шутка уже смешно по сравнению, блядь, с предыдущими, блядь, раундами, блядь. Шутки про то, что нет видосов. Да, это мои. Не пришли на фан-сходку, блядь, пишут. Да, да. Ой, блядь. Короче, подогнали лайфхак. Голосуйте всегда за Кнайтера, тогда он по-любому проебет. Ну, да, есть, в этом что-то есть. Ой, блядь. Тут реверс голосования. Тут, да, имена, которые подписаны на экране, это не те, блядь, кто это написал. Пишут, хочу спать, вырубай, хочу спать, вырубай. Ты опять досмотришь, блядь? Ага. Итак, вот вердикт. Максим, ты опять победил? А? Ты победил. Вау. Ты заебал там ролики смотреть на колонку. Да я чуть-чуть, я спокойно. Нет, ты не победил. А что за хуйня? Как это выбирается? Это, блядь, из-за зрителей. А, это зрители. Время узнать результат. Больше. Бля! Нет, это... ты первый, смотри, он первый. Я первый, я, да, я. Что дальше? Где деньги? Последней нашей остановкой будет... Фото. Угу. Фото хостинг. В этом раунде очки убавляют. Ой, блядь. Так, что произойдет, что убавляют, Максим, напрягись. Все, это мое. Итак, последнее задание. Вы знаете, что делать.
И что это, блядь, было? Выбирай одно из двух, блядь. А потом будут картинки. Да, тебе вот то, что ты выбрал, то кому-то прилетит картинка, они будут подписывать. Хабиб лучший, рожден побеждать легенда. Ага. Окей. Что происходит? Кошка карты. А? Если будет возможность, выбирайте ядерный ряд. Душно, блядь. Блядь. Чё такое? Не, ничего. Юморист. Я? Да. Да, это я. Ебать, когда там робот? Музон, душно, блядь. Ну сейчас кое-что что-нибудь своё. Так. А, все, блядь, поздно. Ну как бы, и что? Решил стать веганом. Нормально. Блядь, это это ирония, блядь, сарказм, что это сейчас было, блядь? Класс. Потолка. Класс. Смеемся, блядь. Ага. Так. Блядь. Это не я делал, это не я делал, не голосуйте. Не голосуйте за это. Не я делал. Собираюсь потубать на днях. Да. Дианон просто хаты какой-то. Сука. Сука. А ладно, это ты раз заслужил. Да это не он, блять, это не он, сука. А, пошел нахуй, на это, понял, блядь. Мост Орды, речка Ордынка. Да мы не узнаем, блядь, пока не проголосуем. Куда голосовать, говорят? Бифштекс. Жарко на ТНТ. Да это не я! Ебать. Ну... Время голосовать. Кто самый смешной? Я? Угу. Твой мем про Бургер Кинг? Нет. Пацан, куда голосовать? Сука. Куда нажать, чтобы Максиму плохо сделать? Нельзя. Это надо тогда в Дав Гдебе голосовать. Но не надо. Не голосуем. Давайте посмотрим, кто получил голоса. Ой, блядь. Так, ну, блядь, а зрители? Вау, да, а зрители? Ага. Ага. Мне просто нахуй никто, а, твой ответ, блядь. А чё у тебя была за шутка, не понял. Какая ты тема? Потому что Антон хочет стрим подрубить два экрана. А, ты сам про себя? Ух, сейчас-то всё и узнаем. Ну, как бы... Панда, кто ты, ну, потому что... Панда дилер? Он тоже Максим. Хуя себе, откуда такая информация? Ты знаешь, ты сейчас сегодня прям еще раз хочешь сделал. Не, кошка обосралась жестко. Класс. Воняет всю хату. Ой, блядь, как-то было душно, нахуй. Так, что еще у нас есть? Ничего. Роблокс.